В Северном парке в день открытия паркур-парка прошли соревнования районных фанатов этого движения. А приглашенные опытные спортсмены из Краснодара показали мастер-класс. Главой Славянского района Романом Синеговским в этом году было принято решение построить паркур-парк в Северном парке. Его стоимость вместе с установкой составила 500 тысяч рублей. Средства были выделены из районного бюджета. Должны появляться спортивные площадки, паркур-площадки, детские площадки, для того, чтобы у наших детей была возможность отдыхать, заниматься спортом, творчеством. И я считаю, что, выполняя задачу губернатора, мы сегодня в таком прекрасном месте. Это практически лучшее, наверное, место в городе сегодня. Северный парк, так называемый наш. Открываем дополнительно паркур-площадку. Группа ребят, увлекающихся паркуром, обратились в районное управление по делам молодежи с просьбой поддержать их и построить специализированную площадку. Главным инициатором стал неоднократный победитель краевых соревнований Владимир Лихачев, лидер направления паркур в Славянске на Кубани. Когда я поехал на первое свое соревнование в Краснодар, я просто удивился, насколько паркур там развит. Там была площадка, и у меня это все как бы в глазах загорелось. Но я потом начал ходить к нашей администрации, управлению по делам молодежи и главе города просить площадку. И вот моя мечта сбылась. Новый спортивный объект разместился в Северном парке, между площадками для занятий воркаутом и пляжным волейболом. Утром и вечером здесь собирается молодежь, которая ведет активный образ жизни. Нашу паркур-площадку построили мы в начале лета, ко дню молодежи. Ребята уже в течение лета ее опробовали достаточно эффективно. Сегодня мы принимаем несколько других районов. Ребята приехали для того, чтобы опробовать площадку, показательное выступление сделать, ну и немножко соревноваться в этих видах дворовых видах спорта. Занятия паркуром в неподготовленных зонах могут быть опасны для здоровья. А на этой площадке ребята смогут отрабатывать сложные элементы, не боясь серьезных травм. Гости из Краснодара, опытные паркурщики, оценили площадку по достоинству. Прям уровень высокий, площадка хорошая. Все, что хочешь, на ней можно делать. То есть площадка удобная, не скользкая, тем более маты есть. То есть есть все, чтобы развиваться ребятам. Роман Синеговский и Владимир Лихачев разрезали символическую красную ленту, после чего площадку сначала опробовали краснодарские спортсмены, а затем на старт вышли лучшие паркурщики Славянска на Кубани. По итогам соревнований в номинации «Стиль» победил Владимир Лихачев. Второе место досталось Александру Михайлову. Бронзу поделили Алексей Коршаков и Анастасия Скрылева. В номинации «Лучший трюк» были отмечены Владимир Лихачев и Анастасия Скрылева. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». You can call it turtle power.